на наши богини, то есть мы критикуем плохо информацию об этом человеке, то это составляет третье из черных действий. Четвертое черное действие — это обманывать живых существ. Четвертый негативный поступок.
сегодня пожал, не пожал, завтрак, родите, пожал, позавтракайте, чтобы я завтрак не превратился в обед. Я думаю, что наш перерыв несколько задержится, будет перерыв примерно 40, а может быть даже 50 минут.